вітання глядачам телеканалу «Зет». В ефірі програма «Погляд». Сьогодні в студії народний депутат України, лідер партії «Основа» Сергій Тарута. Мої вітання, пане Сергію. Дякую, що знайшли час і завітали до нас у студію. Тож, ви вже не вперше в Запоріжжі. З чим сьогодні приїхали? Моя задача – як можна краще узнати потенціал Запорожжя, Запорізької області, поняти основні болезни, которые на сегодняшний день есть, как и местные болезни, так и, в принципе, что мешает на сегодняшний день. Еще такому уникальному, да, уникальному комплексу промышленному, энергетическому, аграрному быть одним из самых развитых, чтобы давало это огромные доходы и тем, кто работает там, и в целом региону и нашей стране. Здесь уникальный комплекс высокотехнологичных предприятий, там начиная от сырья и заканчивая авиацией, автомобилестроением. И вот задача государства, правильного государства, правильного руководства страны сделать так, чтобы это каждое предприятие могло работать, приносить доходы тем, кто находится на этих рабочих местах, как модернизировать, как поднять заработную плату. И я вот в этот приезд посещал «Моторсич», посещал энергетиков, «Энергодар». И хочу сказать, что меня, с одной стороны, там вдохновляет тот потенциал, который есть, и очень сильно разочаровывает, что мы его теряем. Государство должно ставить заказы для промышленности и сказать, что мы будем каждый год заказывать там от 50 до 100 вертолетов. Это только государство. Плюс еще внутренний рынок, плюс экспорт. Тогда эти заводы будут понимать перспективу, вложат деньги, возьмут кредиты, и мы будем производить свой продукт, создавать свои рабочие места, увеличивать здесь заработную плату на рабочих местах, потому что сегодня люди не могут прожить за эту зарплату, а не отдавать эти деньги другим странам. Что мы видим? Вертолеты во Франции, тепловозы в Америке, а ведь и вертолеты, и тепловозы мы можем здесь производить, в том числе и в Запорожье. Задача моя как раз понять этот потенциал, что необходимо сделать, как отреагировать, чтобы помочь точечно, чтобы они дожили до 2019 года. В 2019 году я уверен, что новые политические силы, что партия «Основа» возьмет достаточно в... Тобто це, як ви раніше казали в попередніх своїх інтерв'ю, таке собі перезавантаження влади відбудеться? А без цього не буде будущее. 19-й год – це год окончательного вибору. Или страна буде далі розрушатися і вот превращатися в бідну, нещасну страну, или все-таки ми зможемо реалізувати вот ту концепцію, яку я призиваю – це бурний економічний рост. Це рост від 10 до 15%. Це означає, що будуть створюватися нових десятки миллионы рабочих мест. Это означает, что здесь должна быть повышаться заработная плата, и те, кто выезжают сегодня в другие страны, начнут возвращаться. И чтобы строили здесь будущее, а не там. И для этого все есть условия. Для этого только нужно, чтобы пришли в руководство страны люди профессиональные, чтобы не делали эксперименты, как происходит. Так, как вот там, такой... абсолютно там. Люди далеко от понимания того, что происходит. И поэтому на сегодняшний день мы покупаем тепловозы в Америке, а не делаем у нас в Украине. И поэтому много-много глупостей. Чтобы пришли порядочные, потому что коррупционер на самом высоком месте, мы можем видеть, что происходит сейчас со страной. Она погрязла в войне, она погрязла в этих постоянных дрязгах, в этих скандалах, в коррупции. И чтобы все-таки они были патриоты, чтобы любили нашу страну больше, чем другие страны, чтобы они любили наш народ больше и государство, чем деньги. И вот сейчас нужна такая команда, и я как раз занимаюсь тем, что объединяю и собираю этих людей, которые готовы взять на себя ответственность, готовы отдавать от себя, а не получать, когда ты находишься у власти. Так, ви не лише одна молода, така єдина партія, є ще й інші. Чим тоді ж ви відрізняєтесь?
Мы очень сильно отличаемся от многих других тем, что мы объединяем людей дела, людей с колоссальным опытом и репутацией, которые управляли огромными предприятиями или большими компаниями, или городами, или областями. Это люди, которые показали всю свою жизнь, что они действительно профессионалы. Это люди, которые действительно были успешные. Репутация – это очень важный успех. Это люди, которые действительно патриоты, которые понимают, что страна разрушается, и сейчас нужно отставить свои личные там, любимые дела, там, заниматься бизнесом или чем-то другим, и прийти помочь спасти страну. Потому что через, если 2019 год мы не перезагрузим, то это будет очень-очень опасно. У нас 19-й год Але ж ви вже розглядаєте, напевно, шляхи вирішення, навіть якщо у 19-му році відбудеться такий сценарій, що, як ви кажете, країна, вона не зрушить з мертвої точки. Якщо вона не зрушиться з мертвої точки, то потрібно тоді вибирати іншу країну. Я не вижу будущего здесь. Она превратится в бедную, аграрную, банановую республику. Ведь что происходит? Идут все время там, сокращение количества рабочих мест. Очень много предприятий отправляются на кладбище, которые раньше давали там, большие доходы и возможности людям работать и в целом для страны. Они на кладбище отправляются. И это будет на самом-то деле такая аграрная страна с окружением соседями, которые все будут жить лучше. Кто здесь будет видеть будущее? Образования нет. Медицины нет, ну, если мы дальше все хуже будем жить. Это означает, что будущего здесь нет. Тогда, и почему я занимаюсь этим? Я никогда не хотел заниматься политикой. Эта политика пришла за мной. Потому что я не хочу уезжать из этой страны. Я не хочу, чтобы мои дети уезжали из нашей страны, которую мы любим, в которую мы верим, но на которой издеваются и которую уничтожают. Вот я думаю, что каждый телезритель прекрасно знает потенциал нашей страны. Он колоссальный. Но на сегодняшний день этот потенциал идет только для обогащения чиновников и тех сегодня политиков, того руководства страны, которые, к сожалению, ее ошибочно выбрали. И больше уже дальше терпіти невозможно. Ви ще на початку березня представили голову регіональної організації вашої партії, це Олег Кузьменко. Чому, власне, зупинили свій вибір на цій кандидатурі? Он успішний бізнесмен, тобто показав своїм приміром, що ставить цілі і вміє досягати. Чоловік, який зберіг репутацію, це означає, що він благодаря тільки правильній команді, правильній стратегії, порядочності, він досяг цього успіху. Чоловік, який возглавив асоціацію територіальних громад Запорізької області, і це дуже правильне направлення. Чоловік, який розуміє опасність того, що відбувається в нашій країні, і створив инженерную Украино-немецкую инженерную палату. Это очень важно, потому что инженеры это вот сейчас уничтожаются как динозавры, а на них держится все. Поэтому он очень социально активен. И как раз он подходит по всем категориям. Человек дела, он профессионал, имеет хорошую репутацию, он порядочный, имеет вот, хорошую патриотическую составляющую, потому что то, чем он занимается, он активно в социальном плане как раз таким находится активным, то это означает, что у него есть и желание, мотивация, и он верит о том, что когда мы объединим людей дела, мы изменим страну. Изменим страну, изменим Запорожскую область, изменим город Запорожье. Ну как можно простить, что 13 лет не достроили мост? Ну как это можно вообще понять? Это лучшее питание, зараз вы такое трогаете. Нет, так это вот я гарантирую, что за год я его сделаю. Вот только получим власть, за год мост мы достроим. Я гарантирую, потому что до этого, когда я строил заводы, новые, на месте старых, разрушенных, банкротских. Никто говорит, нужно 10-15 лет. Я это сделал за 5 лет. Новый завод построил. Поэтому
Сегодня мы видим в Стамбуле через Босфор 200 км пилоны. Огромные-огромные уникальные сооружения строят за, там, от проекта до пуска, до ленточки 2 года. Ну как можно вот это не достроить? Для меня Ви это непонятно. Ви заговорили за більш масштабні плани, а зараз які цілі ставите перед своєю командою? Это выстраивание региональной сетки. Это объединение как можно большего количества людей, которые не хотят уезжать из страны, людей активных, людей, за которыми стоят коллективы. И вот сегодня был утром у нас деловой завтрак. И мы обсуждали, как раз было очень много, там было около 50 успешных молодых и девчонок, и ребят, которые понимают, что если ты активно не примешь участие в изменении ситуации, то в стране будет большой-большой-большой капец. Ви також були ще у Запорізькому національному університеті і там презентували свою доктрину збалансованого економічного розвитку країни 2030 року. Розкажіть трохи про неї. Взагалі, потім ви, я знаю, ще презентували її у Верховній Раді України. Як зараз її приймають? На позапрошлій неділі були парламентські слушання, і якраз я робив презентацію в парламенті цього унікального документа. Це перший і єдиний документ стратегічного планування, яку ми хочемо побудувати країну. Как, чтобы она была успешной, процветающей и богатой. Что у нас есть для этого, что нам мешает, как будет развиваться мир, где место Украины в этом развивающемся мире, и как нам сделать так, чтобы Украина развивалась от 10 до 15%. В чем уникальность? Это первый такой стратегический документ. И он был разработан не Тарутой, я инициировал это, а он был разработан практически всеми представителями промышленности и бизнеса. Впервые удалось объединиться. Да, мы провели украинский форум бизнеса, где были все ФРУ, СПП, ТПП, Нова Краина, много-много ассоциаций. И договорились, давайте мы сделаем вот общее видение. И когда был разработан проект этой доктрины, вот этой стратегии, тогда мы подключили ведущие университеты страны и Академию наук. Когда мы это закончили, я делал презентацию и брифинг этого документа в Германии, в Бундестаге, в парламенте Франции, в парламенте Англии. Нам в Германии, мои коллеги, депутаты, я возглавляю украино-немецкую межпарламентскую группу, вот, депутаты Бундестага, причем руководители комитетов, министр финансов, сказал, что если вы это будете делать, то для Украины от 120 до 150 миллиардов долларов инвестиций, вот, это не проблема. Мы готовы гарантировать, что мы эти деньги обеспечим, но это не кредитные деньги, как то, что сейчас берут. Сейчас берут деньги в долг. Деньги МВФ очень дорогие, и за которые нужно рассчитываться. А за инвестиции рассчитываться не надо. Это инвесторы придут и будут верить и будут вкладывать в нашу страну. Они же придут на своих умовах, тем не меньше. Не, приходят... Насколько эти умовы будут выгодными тогда? Это очень важно, чтобы для них создать тот климат, при котором было бы интересно вкладывать. Вкладывать в модернизацию всего жилищно-коммунального комплекса, в логистику, в модернизацию энергетики, в приватизацию предприятий, которые умирают, в развитие новых отраслей экономики. Опять-таки, в производство автомобилей здесь, производство самолетов здесь, в производство космических кораблей здесь. Вот это должны создать климат. У нас огромные ресурсы, природные ресурсы. Нашей стране повезло, нам Бог так дал. Мы на сегодняшний день имеем 0,4% от всего населения планеты, а нам дали 5% всех полезных ископаемых нашей планеты. Это означает, что мы намного богаче, 10 раз богаче, чем все остальные страны. Здесь энергетический сектор, в добычу нефти, газа, альтернативной энергетики будет очередь стоять, только нужно создать прозрачные условия и стимулировать, чтобы это делали. Тим не менш, як зараз доктрину приймають, ви таки не відповіли. Які відгуки зараз є?
В отношении среды ученых они просто как бы приветствуют. И Верховная Рада мы раздали всем политическим партиям. Но на сегодняшний день, к сожалению, туда приходят зарабатывать, обогащаться. А мы как раз предлагаем вот этим документам убрать возможность вообще получения какого-то дополнительного заработка, кроме зарплаты. Мы предлагаем сделать абсолютно бескоррупционную страну. Мы предлагаем перейти на электронное управление, на управление, при котором человек, это чиновник, он менеджер, и он осуществляет сервис, а не управление ресурсами. Вот как сделать так, чтобы человек никогда не сталкивался с чиновником, бизнесмен никогда не сталкивался, не зависел от него. Там новая модель управления. Понятно, что сегодняшним политическим силам, которые приходят обогащаться, вот, основной части, которые находятся в парламенте, это невыгодно. И они будут делать все, чтобы этого не случилось. Потому что мы делаем абсолютно прозрачную, эффективную экономику, при которой не будет коррупции. И в данном случае я понимаю, что для этих политических сил этот документ не является основой. Но для новой политической конфигурации в новом парламенте в следующем году я верю, что этот документ будет являться основной библией развития нашей страны. Зараз ще таке, напевно, у нас останнє запитання буде. Трагедія в Кемерово. Це питання, яке зараз досить активно обговорюють у соціальних мережах і засоби масової інформації, саме цю трагедію. На вашу думку, як зараз зробити так, щоб можна було перевіряти пожежну безпеку торгових центрів і різних підприємств, при цьому не шантажувати бізнес? Щоб ця перевірка вона була, в принципі, ефективною? В 2014 году запретили МЧС займатися перевірками. Трагедія в Кемерово показала о том, що огромное количество людей, которые оказываются в одном помещении, подвергаются риску, если не будут обеспечены элементарные правила. И там можно было бы избежать этой трагедии, даже если был бы пожар, то должно быть автоматическое пожаротушение, автоматически раскрываться все двери, и люди должны выходить. Ну, многие-многие вещи, которые должны быть учтены. В чем есть проблема? Проблема это касается и России, и нас. Что за деньги можно купить чиновника, и чиновник тогда даст разрешение, все что угодно, только для того, чтобы заработать деньги. И он не думает о людях. Да, необходимо обеспечивать проверку. И здесь же не только сама технология производства, строительства здания, а показала, что сам человеческий фактор, когда охранник закрыл двери и не стал этого делать, когда взял и выключил пожарную сигнализацию. Поэтому что я предлагаю? Я предлагаю, чтобы все-таки во всех больших центрах была автоматизированная система. Эта автоматизированная система была выведена в МЧС. Сегодня это все легко делать. Чтобы МЧС не ходил там, проверял и придирался, мы знаем, как чиновники используют ситуацию, а чтобы он на удалении видел всю ситуацию. Сегодня это легко решается технологическими методами. И тогда не обязательно ходить и смотреть. Тогда у тебя есть полный мониторинг, полная прозрачность, и ты видишь тогда в соответствии с у тебя датчики на каждой двери, датчики на пожарной системе. И тогда региональное отделение МЧС видит мониторинг всех больших торгово-развлекательных центров, там, где скапливается народ, это дискотеки, и он видит, обеспечивается и не обеспечивается. И только если возникает какая-то ситуация, тут же выезжают и тут же реагируют. Это самый лучший способ сделать профилактику того, чтобы не было. Тогда каждый собственник будет понимать, что он должен строить все в соответствии с проектом. В рамках этого проекта, когда сдается объект, полностью он находится в автоматическом мониторинге. Этот автоматический мониторинг, только что-то возникает, сразу же дает сигнал. Сигнал руководству этого здания, сигнал собственнику и сигнал, прежде всего, МЧСу. Тогда этого никогда не будет происходить. Ну, мы будем сподіватися на краще. Вот как раз в этом документе, который я и презентовал в Верховном Совете и презентовал уже в 4 университетах Запорожья, как раз там и предлагается такая модель, при котором
Главная ценность – это человеческая жизнь. Человеческая ценность является основой государства. И государство должно выстраивать, конечно же. И почему на главной обложке там человек? Потому что вокруг человека, вокруг его ценностей. А какие ценности? Это безопасность, это свобода, это равенство, это вот его образование, его культура, возможность получить вот доступ к науке, его здоровье, его благосостояние, то, чтобы он получил, является основой. И вокруг этого нужно сделать все государству на местном уровне, на региональном и центральном, чтобы человек чувствовал максимальную заботу о нем. Я дякую вам за цю розмову і бажаю вам успіху у вашій роботі, натхнення на нові проекти та ідеї. А глядачам нагадаю, що спілкувалися ми сьогодні з народним депутатом України, лідером партії «Основа» Сергієм Тарутою. Залишайтесь з нами, побачимось на телеканалі Z.